Зовут меня Макс. Машина у меня Kia Cerato 2018 года, 4PD. Владею, собственно, 2018 года. Мне 22 года. Приехал на установку заслонки. В принципе, мысль о том, чтобы сделать тюнинг выхлопа, была у меня достаточно давно. Основной причиной, почему я решил это сделать, пересмотрел все фильмы «Форсажа» буквально на днях. Вот, и прямо вот в один день решил сделать себе выхлоп. Главная семья? Да, главная семья. За семью. За семью. Нашел в Ютубе, ушел с Инстаграма, сдал мне этот VPN, вечно не грузящий Инстаграм. Ютуб Shorts Welcome. Не, Cerato там не было, господи, это ж Форсаж, там таких корейских авто вообще нет. Не, стачка, конечно, очень стоящая, у меня с ней проблем вообще никаких не было, у меня 90 с копейками тысяч км уже всего за 4 года. Только расходники, все. Сделаем, да? Прекрасно. Надо привыкнуть. Я вообще думал потише сделать, но такой зашел.